как найти топовые темы для записи видео на YouTube, чтобы они выстреливали и вы набирали больше подписчиков, к вам была больше лояльная аудитория. Привет, дорогие друзья, на связи с вами Владимир Коваленко, я эксперт в области продвижения сетевого маркетинга в онлайне, а также топ-лидер одной сетевой компании. И то, что я с вами делюсь, это не понаслышке, потому что эти инструменты, которые мы вам передаем на нашем канале, позволят нам сделать крутой результат. И в этом видео очень актуальная тема. Итак, поехали. Давайте с вами вообще разберем, что такое YouTube и вообще, почему я часто обращаюсь к этой социальной сети. Во-первых, YouTube, он бесплатный. Второе, это неиссякаемый источник трафика в ваш бизнес. Как ни странно, это объект самореализации. То есть вы туда наполняете свои видео, которые помогают другим людям. Больше даешь, больше получаешь. Видеоконтент стоит сейчас на первом месте, и это является очень крутым маркетинговым инструментом для продвижения вашего бизнеса. Следующее. YouTube тесно связан с поисковыми системами Google. Также видео любят социальные сети. И именно поэтому я делаю большой акцент на YouTube, потому что он позволяет нам приводить в бизнес очень мощных лидеров в команду. Итак, давайте же подробно разберем, как найти те топовые темы для вашего канала, то чтобы ваши видео выстреливали вверх. Раз-раз, как-то давно не записывал, что-то стал проглатывать окончание. Вы находите популярные каналы по вашей теме. Для того, чтобы это сделать, вам достаточно ввести в поисковой системе YouTube слово, соответственно, вашего направления бизнеса. Затем вам выдаются список видео, и по этим видео вы выбираете каналы топовые. Наверняка вы уже следите за определенными какими-то блогерами и подсматриваете, где-то у кого-то учитесь. В первую очередь можете тогда взять их каналы. Затем вы зашли на их канал, выбираете вкладочку «Видео». Следующим шагом с правой стороны, я вам сейчас выведу на экран, есть возможность упорядочить, то есть отсортировать. И выбирать отсортировать видео, и там есть несколько вариантов. По убыванию, по возрастанию новые и старые видео будут сверху или снизу. Затем выбираете, смотрите самые топовые. То есть я бы вам рекомендовал взять новые видео, которые недавно выходили на этом канале, которые набирают популярность. Соответственно, эти темы вы берете себе, выписываете. И дальше на эти темы вы записываете свои видео. Воруй как художник. Что на самом деле это означает? Это означает то, что уже за вас все давно придумали и все известно. И вам, конечно же, не стоит напрямую брать и просто слепо посмотреть видео, взять его и пересказать. Нет, вы смотрите несколько видео, выписываете основные темы, тезисы, пропускаете через себя, пробуете сами, а потом записываете на эту тему видео. Это называется «Воруй как художник». То есть мы занимаемся переупаковкой контента. Мы взяли несколько видео, просмотрели, выделили самое главное и записали свое. Это и называется переупаковка. Так, кстати, делает уже 99% блогеров и экспертов в нашем рынке. Если вы, конечно, этого не знали, я вам сейчас открыл очень важный секрет. Также, как раскрутить ваш канал YouTube. И топовые 5 источников трафика в ваш бизнес вы можете посмотреть на моем канале. В конце этого видео вы увидите на них ссылочки справа-слева. Если тебе было полезно это видео, ставь палец вверх, подписывайся на канал. Не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. И также ты под этим видео видишь ссылочку на наш основной аккаунт, а также я тебе рекомендую подписаться на наш канал Telegram, в котором мы даем очень много полезной информации, больше, чем где-либо в других сетях. И прямо сейчас ты можешь перейти на этот канал, ссылка под видео, и скачать чек-лист по оптимизации вашего видео для того, чтобы вы могли свои видео, ваш канал выводить в топ, и чтобы к вам все больше и больше из-за этого приходило ваших потенциальных клиентов. Итак, с вами был Владимир Коваленко, до скорых встреч, не пропустите мое новое видео. Пока!